Добрый день. Сушилка. Здорово, блин. Помогите, Господи. Дурное кафе. Почувствуешь, что... Ну да. Красота-то какая, как золото. Кормились ты наш, друг? Ну, а все остальное... Золотарями их называют, а копаются сами знаете с чем. И чё? Понятно. Вот тебе и золото. За бесценок все. Это сушилка сушит. Сушилка как, слушай, смотри. Иди сюда. Вон там, здесь нельзя. Иди. Вон огонь, видишь, горит? Вот. Она нагревает огонь, а потом тушит. А вон вот туда вываливает, вот сюда, вот туда вываливает. Она туда идет и подает. Вон она туда идет. Видишь, подсушенная. А туда уже идет подсушенная. Пойдем молиться в церковь. Я ему показал, как все это делается. А тут школа. Лекарство ячменя надо взять. Не знаю, не знаю. Платить надо. О, батюшка его расчесывает-то как, а? Надо же. Так он теперь и не уедет. Скажет, такое мне ухождение дается. Пыль оттуда идет.